В библиотеке на Крутицкой состоялся вечер, посвященный Киргизии. Его организовали студенты сельскохозяйственной академии, которые приехали в Иваново, чтобы получить образование. Далее от дома они тоскуют по своей родине. И эта встреча – повод вместе порадоваться о том, что они родились в красивой стране с богатой культурой. Интересно здесь проводить такие мероприятия. Спасибо, что дают нам такой шанс, потому что так как мы здесь далеко от родины, конечно, скучаем. И, конечно же, вот, так как мы сейчас в России, нам бы хотелось познакомить людей с нашей культурой, с нашими обычаями. Специально к празднику ребята подготовили небольшую выставку, представили национальные головные уборы, одежду. Принесли иностранные студенты миниатюрную юрту. Киргизы – кочевой народ, и вся их жизнь проходит в скитаниях. Не обошлось в этот вечер и без национальных мелодий, конечно, эпоса «Манас». В доме на Крутицкой проведение таких встреч становится доброй традицией. С просьбой провести подобное мероприятие в библиотеку приходят представители различных национальностей, и им не отказывают. Мы проводим такую программу «Многообразие культур». И в прошлом году, в ноябре, у нас были армяне. То есть вечер Армении был очень красивый, очень хороший. И после мероприятия всем хотелось еще раз провести. Потом вот мы познакомились с ребятами, киргизами, и совместными усилиями опять сделали вот такую встречу. Думаем, что будем постоянно бывшие советские республики приглашать и проводить вот такие вечера интересные. Осенью в детско-юношеской библиотеке планируется провести межнациональный КВН. Мериться чувством юмора будут студенты дальнего зарубежья, стран Африки и Латинской Америки. Любовь Почерникова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.